Я, Леди Павловна, работала последнее время на компрессорной станции. И потом оттуда вышла на пенсию. Сижу дома. На пенсию я вышла 50 лет, потому что у меня сын инвалид первой группы. Церебральный паралич детский. Пришли социальные защиты, зашли, посмотрели мою обстановку, все спросили и сказали, что мне будут помогать и представят мне помощницу. Я согласилась. Вот она приходит каждый день, смотрит за сыном, уборку влажную делает. Ну и помогает по хозяйству, ходит на базар, иногда в магазин сбегает, оплачивает вот эти абонентные платы. Спасибо, конечно, очень хорошо они мне помогают. Девушка приходит каждый месяц, проверяет, заглянет, обязательно спросит здоровье, как вы, что вы. Я все это им говорю, спасибо вам. Я очень рада, что вы мне помогаете. Сын тоже очень рад. И вот потом они пришли, посмотрели мне в туалете, ему подпорки сделали из социальной защиты. Спасибо, конечно. Газчи махалласда хатло өткәзеш жараянда. Ким Леди Павловна ханаданыга ташриф буйырганымызда, уларга бир нечта хизматлар ва ярдамлар кереклиги аныкланды. Уларны өзгелер парвашга мухтажлар ройхатыга алынып, иштимаи хадым ассистенты бириктирилди. Өзларыны хақшыга бинан санаторий үчүн юлламага ариза берилди. Уйыны маслаштырыш хамда шарайтларын яхшылаш хизматлар көрсетилди.